Добрый день. Кто-то нам в гости пожаловал. Усиливайте дамбу от бобры спасают. Ее вот так вот козырек, а там ничего нет, и волны выбивают. Вот такой степени докопал, и тут пошел наверх. Вот прокопали когда-то ножку на него. Тут полметра осталось всего-то. И тут вышел вверх, и вся вода там. Замерил 80 сантиметров. Такой норы не видал. И там же Андатор. Размоет сразу, конечно. А вы с кем тут? Да я один приехал. Ну, я ехал мимо. Заехал к вам. Алексей-то где? Отец дома. Не заболел еще? Да все, нормально, слава Богу. Слава Богу. Ну, а сейчас что делаем? Он видишь, что делает? Потом сам они... Как работает? Я не могу сделать. Конечно, тяжело. С малим отработкой. Пока нигде не прогрызли. Понятно. А мы же, у нас 6 прудов, второй мостик мы подняли, видели? Видел, проезжал там. Хороший? Прекрасно. Вот так. Теперь у нас шлюз, откуда вода идет. Мы на будущий год еще поднимать его на полметра и здесь. Еще выше этого. Такой высоты не было воды. Нет, ну там же у вас идут снизу камни. Там обводной канал. И мы там шлюз подняли. Ну. Там мы сделали где-то метр на 5, наверное, затычку, пленумбу поставили. Камень туда привезли, бутом услали. Как удастся. Если он поднимется выше, то только низинку сделали там, где дорога соединяется. Он сильно не промоет. Ну, труба в любом случае же там есть. Нет. Нету. Там ничего нельзя сделать. Через верх пойдет. А вот как на первом мы сделали, надо широкий был и камень, чтобы она уходила. Сверху, поверху. Да. Мы с плашняком выставили эти сваи, а посередке тогда 7 машин камня туда загнали. Самосвалу. Ну ничего не делать, ничего и не будет, тут прорыв один. А сейчас вода-то разлилась, и рыба стала. Дерево гудроном? Отработка. Это отработка с машин. Дерево разное. Клен, но сейчас взяли и березу даже. А береза и осина — это его любимая еда. И, ну, думаю, бобриха-то скажет, что тебя воняет, так как наркоман. Может, она его не залюбит, он. Но мы молимся, чтобы Господь отогнал их от нас. Рыжковский нынче упустили. Ушел, знаю. Знаете, полностью поднялось, а там разлилось море целое. Прорвало и все, ничего не... Да главное, дорыл, потом прошел вдоль трассы и там вывел. И воду стали поднимать, она сразу-то и хлынула. Да. Но нынче там все запломбировали и опять подняли, еще опять. Каждый год. Часик можно у вас на вашем озере побыть? Рыбки половить? А? Можно? Что? Рыбки половить можно? Ну, конечно. Да какой? Разговору нет. Там вроде потише где стали. Да я недолго, сейчас тоже отцу надо помочь съездить. Сидите. Обед-то взяли с собой? Мы уже пообедали, мы уже с города едем. Да. Ладно. Давайте, давайте. Во славу Божию. Отдохнем маленько. Вот где, а видите, как мы нагнали здесь, вот этими волнами идет это бульдозер-то, а тут уже разравниваем. Это земля запасная. Ладно. Нынче опять заплатил почти 230 тысяч. Вот это щебенка в деревню заехать. Как светом даже. За одну щебенку. На сегодняшний день в городе тонна щебенки на барбекю перекупки. Тонна щебня стоит 800 рублей. Я не знаю, сколько нынче платили. Это Алеша знает. Ну нынче мы заплатили 70 чем-то тысяч за это. Там, который в деревне, вот здесь, ближе. А который там внизу крупный, 232 отдали. Они тянули, там половина, может, не довезли. Глыбы привезли, когда снег выпал. А еще нету, не поступает. Белова не отпускает. Я уехал. Бульдозер приехал, не может развалить. Все, пошли. Ладно. Бог во славу Божию. Спаси Христос. Добили. А, да, не до конца, ну давай, конечно. Еще бить и бить его. Это Алексея Семеновича сын. Я так понял. Алешка тоже звать.
было 5 лет, когда Потеряевку начали восстанавливать. Ты помнишь? Да, помню. Ты помнишь, как не слушался бабу? А? Я приехал, а баба жалуется, моя мама, и говорит: Ося совсем не слушается. Я говорю: Ося, иди, он на печке лежит, даже не шевелится. А батюшка, я не знаю, зачем накупил ремни. Обыкновенные ремни штук 8. Я один из ремней взял в руки. Ну-ка, баба, говори никак. Я его оттуда провел по учебной страничке. Так, лез на палате, он мигом, раз. Баба, зови его сюда. Мигом слетел. Обними бабу, поцелуй. Поцеловал. Все. Я ремень повесил, он больше, говорю, не нужен. Вот этот самый парень. 5 лет было, Ося. Он как-то идет, а дядя Павел не слышит, он за ним. И он его, да ну отстань ты еще, ты. Ну и понятно так. А у нас был карай, Семен привез его в мешке, щенка. Вывалил из мешка. Забирайте. Карай. Я его назвал карай. Карай — это воинственный. Но потом у нас у Пети сука была такая злобная. Она то ли съела его, то ли еще. Ну и вот это идет и заплакал: меня никто не любит. Я говорю: как никто не любит? Ты с караем играешь, он тебя любит. Он пошел: карай, ты меня любишь. Помнишь? А потом идем здесь. А я сижу здесь с Надеждой Васильевной, а ты с батюшкой идешь. Кто-то там сидят на берегу. Батюшка говорит: да это Игнатий с Надей. А этот говорит: так вот в чем дело заключается. Дело заключается. Как с Лёшкой. Лёшку не взяли, в горы пошли. А он по избе ходит. Дураки они, есть дураки. Сами ушли, меня не взяли. Года 4 было, наверное. Дураки они, есть дураки. Ну, смешно, конечно. Так, не задевай. Все, подойди оттуда. А то попадешь. Ну вот так вот, с Божьей помощью и трудимся. Мы с Степой тут все мажем и мажем с ним. Еще нам немного осталось. 2 захода. Слава Христу.